Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, точнее в новое прохождение новой крутой карты. Как я уже давно говорил, еще раз скажу, давненько у нас не было карт. Я так подумал, что это реально интересная рубрика, потому что некоторым может иногда надо есть покемон, зомби, сериалы и многое другое. Иногда нужно просто зайти и расслабиться на какой-то карте. Поэтому, ребята, если вы рады карте и хотите, чтобы я дальше продолжал снимать прохождение карт, ставьте большущий палец вверх. Чем больше лайков наберем, тем больше и чаще я буду снимать карты в Майнкрафте. Это реально большая для меня поддержка. Ребята, спасибо вам большое за каждый ваш лайк. И также напишите в комментарии, хотите вы, чтобы я дальше продолжал снимать прохождение карты. А что у нас за карта будет сегодня? Запутался в мыслях. Ребята, сегодня у нас будет карта 8 разных. Короче, 8 секретных островов, 8 секретных порталов. Карта реально крутая на версию 1.10. Я для вас уже нашел ссылочку на эту карту, оставил ее в описании. Заходите, играйте вместе со мной. Сейчас, ребята, чтобы нам начать проходить эту карту, press the button on the floor. Короче, нужно нажать на вот эту кнопочку на полу. Нажимаем. Добро пожаловать в 8 островов. Я уже понял, как эта карта называется. Каждый остров ведет к другому острову. И в каждом острове есть по одному порталу. Как-то много слов остров. Заполни портал с лампами, чтобы перейти на следующий остров. Ребята, 8 островов, 8 порталов. Чтобы перейти на другой остров, другой мир, нужно заполнить один портал 8 лампами, которые мы можем найти где-то вот тут. А, в принципе, что у нас тут написано? Ага, important, короче, тут правила, ребята, это уже все понятно, потому что я уже все прочитал, чтобы просто не тянуть серию. Нажимаем на вот эту кнопочку и тпхаемся на наш первый остров. Да, первый остров, ребята, как видите, тут у нас есть портал, и нам нужно 9 лампочек. Будем называть их просто лампочки. Найти 9 лампочек, чтобы заполнить портал и перейти на другой остров. Прикольная карта, ребята, реально прикольная карта. Поэтому давайте будем начинать. Нам... Она не умерла, потому что у нас в правилах написано то, что гравитация отключена. То есть, если я кину, допустим, куда-то что-то, какой-то предмет, то он не упадет на Землю, а наоборот полетит в космос, потому что гравитации нету. Видите, ребята, я не хотел убивать бедную овечку, я просто ее отправил немного, чтобы она там погуляла, да, вот там. Поэтому, ребята, о, кстати, смотрите, первую лампочку мы уже видим. Да, она может быть поставлена только вот туда. Поэтому круто, ребята. Давайте мы будем искать лампочки. Нам нужно найти 9 штучек. Как только найдем, заполним быстренько портальчик и перейдем. И перейдем в другой мир. Я не знаю, сколько порталов мы сможем пройти за вот эту серию, потому что 8 это очень много. Если мы сможем 4 пройти, это уже будет прям супер-пупер. Так. Нужно смотреть везде, ребята. Нужно смотреть везде. Потому что у нас есть 2 штучки. А нужно найти еще 7. Да. Поэтому нужно смотреть внимательно. Смотри, видите, вот там. Вот там одна лампулечка еще валяется. Поэтому, да. Иди, полетай себе там. Еще одна лампулечка, еще дофига, ребята. Вот мне нравятся вот такие карты, где нужно что-то искать, коллекционировать, чтобы потом это все совместить и прям шандарахнуть куда-то в другое измерение. Яичко! Не могу достать. Так, тут еще есть что-то? Нифига. Может, тут какие-то сундучки? О, смотрите, ребята, еще одна лампочка. А это, кстати, что за остров? Лампочка. Тут не... А тут что у нас будет? Оно есть сюда! А я ее, если честно, да... Только хотел сказать то, что я, если честно, даже не заметил, и как провалился в эту пропасть. Ах ты, ёшкин кот, где появился? Офигеть, возле портала, да вы что, издеваетесь, а? Нам сейчас обратно туда возвращаться, ну ладно, в принципе, нам так и нужно. Потом, когда соберем все лапочки, вот так быстренько умрем, чтобы вернуться обратно. 3 есть, я уже видел еще одну, и потом еще одну. То есть у нас уже есть 5, по идее. Где она была? Где она была? А, вот. Вот, и вот там ниже... Еще одна, да. Вот тут у нас есть какой-то проходик. Рычаг. И сундук. Какой-то ключ. Ключ, который может открывать сундук в первом мире. Не выбрасывать его. А это что такое? О! О!
Ох, как вы запрятали лампочку. Пятая, там у нас шестая есть. Ща, ребята, ща мы быстренько отправимся уже в другое измерение. Идем сюда. Так, смотреть нужно сразу. Есть что-то тут, нету что-то. Кого-то. Опа! Смотрите, ребят, там еще одна есть. Еще одна лампочка есть. Мой первый дом. О, заблокированный сундук, закрытый. И, в принципе, мы открыли его с помощью ключа. И вот тут еще одна лампулечка есть. Так, как бы нам сюда забраться? А, это, в принципе, все, это последний, это последняя лампочка, ребята, девятая. Опа! Прыжок нафиг! У нас есть 9 лампочек, значит, мы сейчас уже сможем открыть первый портальчик. И перейти в другое измерение. Давайте. Давайте, ребята. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Мяу! Да, ребята. Иди к следующему острову. Какому? Вот туда? А, вот эти острова. А как мне туда пройти? Как-то... Офигеть! Туда же дорога передо мной строится! Ха, прикол, прикол. Главное не упасть, главное потихонечку, потихонечку, потихонечку. Опа! Так, второй. Второй мир. Вот, тут у нас портальчик. Тут у нас. Ага. Сундук закрытый. Значит, мы. Нужно. О, вот, ребят, смотри, там уже одна есть. Значит, нужно найти где-то ключик. Нужно смотреть по сторонам, внимать. Я хочу вот эту сломать! Я могу вот эту забрать себе. Нет, вот это нельзя, вот это нельзя. Так, нужно как-то туда допрыгнуть, да? Опа. Замечательно. О, я вторую нашел, ребята. Смотрите, она была вот тут подо мной в воде. Офиг, кто хрюкает? Это еще кто такая? Привет, маленький человек. Я очень голодна. Сможешь ли ты мне принести немного кого-то там? Смотри, точнее, держи палочку, чтобы добыть их. Кого? Битруц. Что за битруцы? Don't throw me away. Так, что за битруцы? Какие битруцы? Я понимаю то, что ведьмочка очень голодна, но что мне с тобой делать? Какие битруцы? Она немного голодна, и мне нужно принести ей какие-то битруцы. Я хоть убейте, не могу понять, что это такое. Может, мне битруцы. Какие нафиг битруцы, а? О, там еще, кстати, что-то есть. Я не понял, что она от меня хочет, если честно. Какие... Так, это один, это два. Can you get me some beetroots? Ча? А-а-а, тут какой-то проход есть. Ребята, я быстренько зашел в Google переводчик и на его. Я понял, что такое beetroots, это свекла, да? Ай-ай-ай-ай-ай-ай, вернись. Нет, я шучу. Какой Google переводчик? Отличный английский у меня. Какой Google переводчик? Так, все у меня есть, а ну. Вот, мадам. Спасибо тебе, маленький человечек. Держи вот свои вещички. И теперь я отремонтировал для тебя лестницу. Спасибо, мистер... мадам ведьмочка. Такая красивая ведьмочка. Кексурпак стоит. Так, если она для меня отремонтировала лестницу... О, вот, да, лестница. И сундучок. Ферн. Что за фигня? Ага, вот смотрите, у меня есть, ребята, земля, которая может быть вот сюда помещена, да? Чтобы мы забрались вот туда. И ферн, вот, я не знаю, если сейчас, что это такое. Может сейчас что-то тут пригодится? Так! Лампы! Лампы! О, вот, наверное, для вот этого чувака. Лампы в воде 100% должны быть. Нету. Я ошибся. А может, вот там что-то есть? А может, вот вы что-то тут припрятали? Какие-то лампочки там? Нет. Ах, паскуда. Приветики, омлетики. А, вот, ферн на лампочку. А то умное решение, носатый, умное решение. Так, вот тут 100% должно что-то быть. Вот я просто уверен на 1 038 %, то, что тут должна быть лампочка. Надеюсь. Вот на 1 039 000 уже процентов уверен. Смотри, тут лампочка будет. Ладно. Окс, нифига себе, я паркурщик, да, ёханый. Так, 4 лампочки у нас есть. Больше тут ничего нету, да? Как бы могли бы сюда побольше лампочек засунуть, потому что такое огромное место, а больше нифига там нету. 1, 2, 3, 4. Еще 3 остались. Вот тут одна. Вот тут одна есть. Опа! Ай-яй-яй-яй-яй! Стоять! И там еще 2 100% должны быть. 100%! Еще одна ведьма.
где тут могут быть две лампочки, если тут такое маленькое помещение, а? Да ёб твою за ногу! Так, мадам, что вы хотели? А тут у нас что-то будет? Тут у нас тоже ничего нету. Или есть? Или... Нету, нету, нифига нету. А как мне вообще туда забраться? Ладно, давайте мы с мадамой поговорим. Hello, маленький грибок с ногами. Шо? У тебя есть немного скорости? Или прыжка? Нет, у меня есть прыжок. Ты хочешь какой-то? Наркоманша, какая скорость, какие прыжок? Здесь секретная пещера с кроликами. Убей одного, отрежь ему лапки, и потом предоставь их мне. И тогда я дам тебе немного прыжка. Наркоманиха ты тупая, какой прыжок, а? Вот реально, она так переводит, прыжок. Тут есть секретная пещера с кроликами. Какая нафиг пещера? Ребят, вы где-то видите пещеру? О, смотрите, что это такое? Нет, это не пещера, это просто коврики. Какая пещера, ёханый бабай, а? Какая пещера? Как ты меня заколебала, мадама? Как ты меня заколебала? О, тут, кстати, ничего нету? Нет, тут ничего нету. Какая, ёханый бабай, пещера? Я нифига не вижу, а? Может, тут что-то появилось? Нет, тут эта мадама до сих пор стоит. Какая пещера, а? Вот она что, смотрите, под водопадом. Секретная пещерка. Так, ага, значит, вот тут, если я убью одного... О, палочка, оп! То, замечательно. И вот смотрите, возвращаемся к этой мадаме. Даем ей вот эти кроличьи лапки, и она нам дает 100% какой-то прыжок. Ты убил кролика? Реально? Это круто. Держи прыжок и иди отсюда. Пошла ты сама отсюда, жопашница. Так, и ты мне дала джамп, да? Джамп. You kill the body for the only thing when you need. Ага, то есть... Мне нужно выпить это только тогда, когда нужно будет. Ну понятно, что не сейчас, а? Я прекрасно понимаю, но когда мне это нужно будет, а? То есть понятно, что... Вот последняя лампочка должна быть где-то в попе, если вот так... А, вот оно шо. Вот оно шо. Вот в какой попе. Опа, вот. Вот, чтобы сюда запрыгнуть. Ты думал меня обмануть, ребята? Вы готовы? Сейчас будет третий остров. Опа! Мы прям мастера, ёханый бабай. Так. О, вот это меня вообще прикалывает, когда вот дорога вот такая строится. Просто крутотень, ёханый бабай. Просто крутотенюшки. Опа! И заходим, ребята, в третий. В третий портальчик. Офигеть, просто вы что издеваетесь? Тут столько места, то, что я вот эти 9 лампочек буду искать до конца жизни. Так, портал вот тут, да? Ага, то есть я его даже не смогу заполнить. Потому что тут у нас песочек, который нам мешает. Ах ты, что тут за динозавры жили? У меня вот такой вопросик. Одна точнее, потом дальше. Ребят, ну нужно искать, нужно там все внимательно смотреть. Потому что везде могут быть вот эти лампочки. Вот тут 100% должно что-то быть. Я реально подошел сюда, нашел лампочку, хотя я ее даже не видел. Офигеть просто. Тут. Ай, выпустите. Ничего нету. Ладно, топаем, ребята, дальше. Хотя, в принципе, не такая уж большая территория, как я изначально думал. Что за хвост скорпиона? Так, месье. Привет. Ну, привет. Ты можешь мне помочь? Я очень голоден. Что же вы все-таки голодные, а? Я мог бы сделать... Отличный супчик с косточкой. Держи вот эту ложку и немного набери мне. Ага, я видел. То есть он хочет делать суп с косточки. Ну понятно, пустыня, тут каннибалы всякие живут. Вот. Просто шикарно. Косточка для супа. Замечательно. На, чувак, вот я принес. Спасибо, да не за что. Давай мне супчик. Ну. Вот оно шо. Так, три. Три есть. Три, ребята, есть. Просто зашибись. О, там еще один. И тут сундучок. Который может открывать. Нет, не может. Тут просто сундучок, трежербук и шавел. Ага, то есть у нас есть. Лопата. Сундучок. И какая-то книжечка с секретами. Я нашел сокровище! Но я не уверен, где это. Но я должен спрятать это от других людей.
я кинул это в какую-то дыру и поставил на нее золотой песок. Это никогда никто не найдет. Ты уверен? Ты уверен, что это никогда никто не найдет? Вот это сокровище, которое ты нашел? А если я сейчас найду? Что ты мне сделаешь, а? Что ты мне сделаешь? Я просто уверен, что это тут. Ну, потому что где еще может быть вот этот золотой песок, да, вот это? Да давайте, ёханый бабай. Что же тут столько много этого песка? Ну и где ты спрятал это сокровище, а? Что-то мне кажется, я сейчас докопаю нафиг до Китая. О. О. Если я отсюда сейчас не выберусь, я сдохну, а? Потому что, ребята, в этой карте даже гейммод нельзя включать. То есть, реально, тут даже нельзя гейммод включать. Смотрите, гейммод 1. Нельзя гейммод включать. Если я сейчас тут застряну... Вот тут. Я, в принципе, никак уже не смогу выбраться. Мне реально нужно будет перепроходить всю карту. А я на такое не способен, ребята. Я не способен на такое. Да подожди, какой сокровище? Меня, походу, обманули, мне так кажется. Нету тут никакого сокровища. Но в записке было же написано то, что есть сокровище. Почему меня обманули, а? Обманщики. Да нет тут никакого сокровища. Да ёханый ты баба, я дайте мне какую-то там плюшку. Вот, какая-то лестница вниз идет, да? Есть какая-то лестница. Но я ни черта не вижу, а? Не, ребята, нифига тут нет. Я уже, короче, все скопал, что только тут было. И, ну, главное то, что я смог отсюда выбраться. Где мы еще видели вот этот золотой песок? Вот там возле портала, помните? Если тут ничего нету, значит 100% там должно что-то быть. Обманули нас, дуры. Ах, это вот паскуды. Так, что? О, водичка. Ага, то есть бутылочка воды. О, помогите, помогаю. Меня очень сушит, просто набухался, мне просто... сможешь ли ты принести мне водичку? Конечно смогу, чувак, конечно смогу. Вот 100% нужно вот так открыть. Опа. Опа. О, водичка, нифига себе, прыгнул в озеро, добыл водичку. И да, идеально просто, идеально. Вот, на, держи. Опа, спасибо. Да, все, чувак, все готово. Так, 7, у нас есть 7. 7. Еще нужно 2. Только где? Хороший вопрос. Я сам не знаю, если честно, чувак. О, там какая-то дверюшка. И там сундучок и дверь. А я смогу вообще как-то туда забраться? Пустите меня, пустите. Где я вообще мог пропустить? Может... О, смотрите, ребята. Думали, я вот это не увижу. Думали, я не увижу вот это, да? И вот это золотой песок, я имею в виду. Чувак же нам обещал, что тут будут какие-то сокровища. Я надеюсь, потому что мне не хватает одну лампочку найти. Пожалуйста. Дайте мне вот эту последнюю лампочку. Я уже хочу перейти в другой... Нет, в другое измерение я хочу перейти. Вы что, вы издеваетесь? Я походу что-то не так понял. Я нашел сокровище, но я не уверен, где это. Но я должен спрятать это от других людей. Я кинул это в яму и поместил на нее немного золотого песка. Никто никогда не сможет найти это, кроме меня. Я понял твои стихотворения нафиг, но я реально не могу это найти. Золотой песок, мы уже нашли 2 ямки с золотым песком, и там нифига не было. Обычный песок я ломать не могу. А я думал, это будет самое простое задание, вот этот золотой песок найти. Хоть, в принципе, мы его и нашли, можно так сказать, да? Но тут ничего не было. Какой нафиг золотой песок? А ну, чувак, давай делись своими вот этими сокровищами. Давай. Какой золотой песок? Ребят, я вообще не в курсе, о чем он говорит. О чем вообще сейчас речь идет. Какой золотой песок? И тут... И я смогу сюда забраться? Сюда забраться я-то смогу, но что я смогу тут найти? Нифигашеньки. Странно все, как-то очень странно. Я думал, реально все будет намного проще. Это казалось наоборот. Наоборот, сложно. Что я понял? Нифига я не понял. Он даже там написал то, что никто никогда не сможет это найти.
Вот я тут был, да? Вот я тут был. Я тут точно ничего не забыл? Да нет, тут ничего. Вообще просто ничего нету. Ага, вот нашел, вот тут висел в воздухе вот этот кусочек. Я, если сейчас даже его до сих пор не заметил. Да! Спустя полчаса поисков, я реально полчаса сейчас искал, где мне найти вот эту последнюю фигню, лампочку, и наконец-то ее нашел. Сложно, сложно, сложно. Давайте, ребята. Мяу-мяу-мяу, да, я хочу опять кошку помучить, не? Нельзя? Ладно, четвертый портальчик, четвертый остров, четвертое измерение. Так. Ла, так, какая-то ферма, да? Какая-то ферма. Идем сюда. Опа. Крутая у тебя шапочка, давай, рассказывай мне историю. Ага, то есть gold nugget на лампочку. То есть золото на лампочку. Чувак, ты офигел, если честно, а? Если честно, офигел. Так, давайте пойдем наверх. Нет, не наверх, давайте сначала пойдем сюда. Сундучок. Ага, ключик. Другой сундучок закрыт. Ключик, лампочка и опыт. Нужно запомнить, может реально потом пригодится. Фиг его знает, если честно. Так, тут ничего. Может они спрятали как-то, тут тоже ничего. What's up? Я ангел, застрявший на земле. Мне нужна башка девственника, чтобы вернуться обратно на небо. Сможешь ли ты мне предоставить одну? Нет? Тогда оранжевый шлем и голубой нагрудник сделают за тебя вот этот трюк. То есть назови chestplate blue plate, а шлем Pickles. Or better name is Peach. И то есть лучше имя Peach. Это все, что тебе нужно сделать. Take this to murder the flowers. Ага, то есть... Чем... Нифига себе! Так, а что мне надо вообще? Синий нагрудник, да? Синий нагрудник и оранжевый шлем. О, тут еще один, кстати, есть. Синий нагрудник и оранжевый шлем. Я, кстати, тут видел вот это. И опыт немного, да? Я понял, что нам нужно сделать. Он ангел, да? Он ангел. Я так и понял. То есть, синий нагрудник и оранжевый шлем. Только где я тебе нафиг добуду оранжевый шлем? Вот, ладно, синий нагрудник и оранж хелмет. Ну вот это, в принципе, оранжевый, да, уже получается. То есть, нам нужно назвать blue plate, вот это. Blue plate. Вот. Оранжевый нам как-то, как нужно назвать? Pickles or better, peach. Peach. Вот это, по идее, оранжевый, то есть стандартный оранжевый, да? А, вот, да. А, нет, прям оранжевый нафиг. А вот этот нельзя. Ага, ехали бабай. А как мне оранжевый, ребята, сделать? То есть тут нету... А, странно. Может мне нужно вернуться и где-то в другом месте поискать? Я это открывал, кстати. Ага, смотри, лампочка. И ты можешь управлять свинками, свинюшками, да? Ладно, сейчас мы что-то придумаем. Так, тут у нас что? Реально пустой сундук, нифига нету. Реально нифига нету. Так, опа. Тут у нас ничего, тут у нас замечательно. Так, дальше, ребята, тут у нас ничего. Ага, понятно. Тут мы сможем пройти. Да, заколебали со своими этими хрюхами. Ой. Так, ладно. Лазеркеп. Ага, значит, я могу воровать вот это. Так, и что мне делать? Один. Два. Нет, вот один, да. Ну, топай ты уже, а! Да как же сложно тобой-то управлять? Так, а почему у свинюшек есть имя? 1, 2, 3, 4. Может, нам по очереди нужно как-то их загнать вот сюда? Я, ребята, если честно, даже не в курсе. Это интересно. Но проблема в том, что где мне достать нафиг оранжевый шлем? Оранжевый краситель, я даже имею в виду. Опа. А почему там номера вообще есть на вот этих хрюках? Вот это я, если честно, не понял до сих пор. Так, и проходим. Да! Собака, ёханый бабай, не гавкать вот там. Так, добыли, достали, забрали. И все, сейчас обратно. Ну да.
замечательно. Да топай ты уже нафиг, тупая свинюха. Но где мне добыть оранжевый краситель? Вот это меня смущает. То есть, если у нас сейчас есть 6, мы сейчас выйдем со свинюхой. Ребят, это я даже не в курсе. Опа, смотрите. Так, тут у нас есть что-то, тут у нас ничего нет. Зато вот тут есть. Зато вот там есть. И вот там тоже может что-то будет. А если я, допустим, закину как-то? Ага, это нельзя закинуть. Так, так, нужно думать дальше, ребята. А что у нас тут? Тут тоже нифига нет. Я еще убью нахрен эту собаку, честное слово. Которая там хавкает на улице. У нас есть 7. 8 мы можем получить через вот того дедугана, которому нужен золотой наггетс, да? Да, а где, кстати, портал? Где, кстати, портал? Алло! А портал где? Прикол, прикол. А, смотрите. А как мне вот эту хрень сбить? Вот мне вот этот цветочек нужен. Мне цветочек вот этот на твоей башке нужен. Так, так, так. Вот опять странная фигня. Смотрите, я... Почему я, когда сбиваю вот эти цветочки... они наверх улетают. Значит, мне нужно сбивать, когда я... нет. Нет. А, вот сейчас поднял, да? А оранжевый... Ну, красный это красный, желтый это желтый. Оранжевый как мне... Ребята, странно все как-то, вот смотрите. Это... желтый. С красного будет 100% красный, да? Ну, логично как бы. Оранжевый я случайно... Да вот дай мне вот этот цветочек. Где мне оранжевый достать, а? Ребята, я понял, мне нужно совместить желтый с красным. У меня остался последний цветочек. Если я сейчас его не смогу забрать, и вот другие я потому... Я тоже не смогу забрать, потому что гейммод не работает. Мне нужно будет перепроходить всю карту изначально. Пожалуйста. Да! Ой, я уже чуть не обосрался так. Замечательно, смотри, значит делаем вот так, значит делаем вот так. Оранжевый, я если сейчас даже не знал, то, что так можно красить. Так, замечательно. Замечательно, оранжевый есть. Возвращаемся к тому дедугану. Потом. А, кстати, до сих пор не знаю, где портал нафиг. Вот это вообще странно. А, нам почему к тому дедугану? Нам к этому нужно дедугану вернуться, вот. Так, это сюда, это сюда. Спасибо. Я свободен! Так ты нам не соврал, он реально ангел нафиг. Прикол. Так, сейчас к этому дедугану возвращаемся. У нас до сих пор будет только 7. Только, точнее, только 8. Я хочу этот цветочек, я хочу этот цветочек. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А где последняя лампочка? Вот это меня, если честно, сейчас начало смущать. Потому что тут ничего больше нету. Я просто уверен. Нет, там ничего нету. А туда я не могу пройти. Тут ничего, ребята, больше нету. Последний вариант, то что мы где-то тут что-то упустили. Ну что? И точнее, где? Вот это меня сейчас интересует. Тут тоже ничего нету. Вот тут есть что-то, смотрите, ребята. Там что-то... Может, обычная комната просто? Но все же там что-то есть. А как мне туда забраться? Хрюхи тут, конечно. Так, тут у нас тоже ничего нету. Тут... О! Да! Вы издеваетесь! Как? Нафиг! Я все сундуки открывал. Как я мог пропустить вот этот? Офигеть просто. Офигеть. Ребята, вот давайте мы сейчас активируем последний, ну, в смысле, четвертый портал. И допахнемся вот сюда. Давайте пройдем, куда нам нужно пройти. Ага. Куда? 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 Выше? Ага, выше, выше, выше. Это, ребята, уже будет 5-й портал. 6-й, 7-й, 8-й и там... А, нет, их все же 8, да. Но, ребят, на этом мы уже будем заканчивать эту серию. Серия длится полчаса. Вы любите такие длинные видосы? Да? Если да, ребята, ставьте большущий палец вверх. Я буду очень сильно этому рад. Каждый ваш лайк для меня большая мотивация, и я увижу, хотите ли вы, чтобы я дальше продолжал записывать карты и также проходить их хоть целыми днями. Ребята, большое спасибо вам еще раз за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь этим видео со своими друзьями. И пишите в комментарии, хотите ли вы, чтобы я продолжал записывать карты. Еще раз большое вам спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.